Думаю, всем нам в жизни не хватает немного магии, но ее готов восполнить Хазрат Мамедрзаев. Тем более, что сами фокусы уже сделали чудо в его жизни. Давайте вспомним историю Хазрата. Номер красивый, он смог на самом деле показать шоу. Но я, честно сказать, тогда не на 100% удивлена была его номером. Я уверен, что его уже он завоевал любовь зрителей во всех 5 странах нашего проекта. И сегодня, я уверен, он подготовил что-то особенное. Не только с точки зрения своего таланта, но и с точки зрения, так сказать, обложки, да, подачи своего выступления. История, которую я рассказал во время своего первого выступления, это был секрет, которым я не делился ни с кем, даже самыми близкими для меня людьми. Эта тема для меня была очень непростой. После того выступления в моей жизни произошли большие изменения, потому что я поделился с людьми самым сокровенным секретом своей жизни. И я уже не был тем Хазрятом, который пришел на это шоу. Поэтому я сделал небольшой ребрендинг в своих социальных сетях. Я поменял свой никнейм. Теперь он называется Хазрятизм. Это название имеет свой смысл, основанный на моем личном лозунге. Мелкие детали обладают силой полностью поменять нашу жизнь. Как моя история с кубиком Рубика. Я переживаю новое чувство и призываю людей увидеть особенное в мелких деталях. У меня были серьезные проблемы с памятью. Примерно через 1,5-2 года после знакомства с кубиком Рубика я заметил, что моя память восстанавливается. И тогда у меня появилось осознание, что вот эта маленькая штука может изменить всю мою жизнь. Я перестал забывать людей, события. Я настроен своим выступлением удивить всех зрителей. Теперь я буду собирать кубики не только руками. Сегодня, впервые в истории шоу, я сделаю то, чего еще никто не делал. Попробую собрать кубик Рубика ногами. Можно сказать, что сейчас я на полпути к своей цели. Следующий шаг – стать победителем конкурса и официально подтвердить свои рекорды на мировом уровне. Хазрят, желаем тебе успехов. Ты действительно один из самых талантливых и одаренных участников этого проекта. Ты уже один раз с достоинством представил нашу страну в Турции на престижном проекте. А теперь очередь Азии. Азия, жди. Хазрят идет. Азия, где ждем? Хазрят идет. Я даже не знал об этом. Супер! Мой дядя один из тех, кто больше всех поддерживает меня. Я благодарю его за сердечные слова, за его пожелания. Фокусы чуть ли не самый яркий способ доказать, насколько люди подвержены иллюзиям. Уверена, что вас снова убедит в этом Хазрат Мамедрзаев. Sacrifice.
bottom of the ocean, where the time is frozen, where all the universe is open. Love isn't random, we are chosen, and we could wear the same crown. Keep slowing your heart down. Ногами заберет. Хазрат, не всем удается превзойти свое же выступление на прослушиваниях, но ты это сделал сегодня. Благодарю. Я сделал эти картины, чтобы удивить всех. Своего рода иллюзия. Надеюсь, у меня это получилось. Очень волнуюсь. Что ж, уважаемые жюри, слово вам, Нурлан. Что вот значится возможности, да, человека? Я думал, почему он босиком вышел? И когда он уже начал ногой собирать, пальцами, да, это было, конечно, самый высший пилотаж. А что я могу сказать? Молодец, работает над собой. Спасибо огромное, я получил наслаждение. Спасибо. В прошлый раз он нас очень сильно удивил, но сегодня, собрав кубики Рубики ногами, я очень довольна твоим выступлением, и я бы хотела тебя еще увидеть на сцене Central Asia's Got Talent. Спасибо. 99% ежедневного дьявольского труда. Вот это главный секрет этого парня, и он на самом деле звучит достаточно легко. Но попробуй повтори, что называется. Это действительно очень непросто. У него есть талант в виде пространственного мышления. У него есть талант творческого разнообразия. Мы это видели и во время прослушивания, и сегодня в этом уникальном номере. Спасибо. Хазрат, у вас уникальный номер. Кстати, у вас очень интересная укладка. Я собираю кубик Рубика 24/7. Это уже часть моей жизни. И чтобы кубики окружали меня повсюду, я решил, что и на голове не помешает. Вау! Тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и начни зарабатывать. iTube. Все свои. Смотри, снимай.